Ми обіцяли усім нашим глядачам, зокрема тим, хто підписаний на нас у соціальних мережах, що сьогодні у нас буде особливий гість, якого дуже чекали у Запоріжжі, оскільки вже 3 роки він тут не з'являвся. Хоча саме із Запоріжжя і починається його біографія. Мова йде про співака Владі Блайберга, який сьогодні завітав до нас у гості із привітами усім своїм запорізьким друзям і з інформацією про те, чим він нині живе. Доброго ранку. Добре утро. Добре утро. Ми з тобою трохи познайомилися, поспілкувалися поза кадром. І, в принципі, оскільки ми готувалися до сьогоднішньої розмови, ми вже знаємо про те, чим ти займаєшся там останні 10-15 років. Для тих, хто знайомиться з тобою вперше завдяки нашій програмі, розкажи буквально кілька слів про себе. Ти займаєшся музикою, в 14 років ти поїхав із Запоріжжя і з того моменту починається твоя концертна кар'єра. Ну, вы знаете, началась моя концертная карьера, в принципе, еще в Запорожье, потому что я принимал участие, был частью такого коллектива запорожского, который называется «Звонкие голоса». И до сегодняшнего дня я поддерживаю отношения с учительницей, моей первой учительницей по пению, это Лариса Валерьевна Падалко, а также с Оксаной Станиславовной. Это вот мои такие родные люди, которые как бы устояли у истоков моей карьеры, музыкальной, конечно. И когда я уехал в 14 лет в Израиль, то где-то через год, после того, как я уже как-то выучил иврит, как-то начал уже себя чувствовать дома, сразу начал тоже продолжать заниматься музыкой, потому что это моя жизнь. И до сегодняшнего дня плотно занимаюсь пением. На профессиональном уровне ты успел поучаствовать как раз в Израиле еще на песенном конкурсе. Также, в принципе, показал себя как талантливый вокалист. Скажи, почему так происходит? Почему те, кто в Запорожье поют, те, кто занимается творчеством, не так часто становятся популярными, что приходится куда-то переезжать? Ну, я, во-первых, хочу сказать о том, что даже будучи здесь, например, когда я был в нашей студии, то те ребята, которых я знаю, например, с детства, там, например, как Саша Панайотов, там, Алеша, певица, да, там есть еще Аполлинария, это Полина Сой, это ребята, которые, в принципе, хорошо себя показали уже как бы в постсоветском пространстве. И как вокалисты, конечно же, в частности. И могу сказать о том, что, наверное, просто Запорожье, это, знаете, такой, как ступень к чему-то, потому что все-таки Киев – это столица, а в Киеве происходит вся… Музыкальная тусовка. Музыкальная тусовка, индустрия. Вы знаете, даже я когда-то получил «Золотую шарманку», например. Ну, у меня было счастье, я принимал участие на конкурсе «Новая волна», представлял там в 2008 году Израиль. В «X-Factory» ты брал участие, да? Я был на главной сцене в России. Главная сцена. Да. Но в Израиле я занял 2-е место на израильской фабрике звезд, и, конечно, после этого у нас были очень большие рейтинги каждой программы. Тогда еще не было никаких музыкальных реалити на израильском телевидении. И, конечно, после этого, знаете, буквально за день изменился полностью, как говорится, вот я, можно так сказать. Да? Мне, кстати, интересная история, как можно действительно одним утром проснуться и почувствовать себя звездой. Обязательно расскажите нам и нашим телезрителям. А пока что Влади пришел не с пустыми руками. У нас есть клип, который мы с удовольствием покажем нашим телезрителям. Так трудно дышать, я не могу.
могу дышать здесь. Покажи, что любишь, что меня не губишь. Может быть, словно сон, я пленен лишь в тебя, в нем влюблен. Может быть, где-то над землей, oh baby, буду птицей над тобой одной. Так, сегодня у нас в гостях Владя Лайбер. Как долго будешь в Запорожье? Расскажи, потому что у тебя много знакомых. Вот как раз ты рассказывал о том, что рад был со всеми встретиться. Как планируешь пробыть в Запорожье? И есть ли какие-то творческие планы здесь попробовать и потворить? Потому что, в принципе, знаешь, как попадаешь к себе на родину, возможно, какое-то вдохновение появляется. Ну, во-первых, хочу сказать, что я не успел увидеть, я не успею, да, я буквально вот завтра уже улетаю домой, потому что вечером уже завтра концерт дома в Израиле. И могу сказать о том, что я не успел увидеть даже половину своих людей, ну, как близких людей, там, друзей, которыми я очень, ну, мне важно было встретиться, например, да. Вот один из этих людей, например, это человек, который сейчас мне находится, ну, как бы мне он очень близок, я, ну, вырос, не просто он, вы знаете, для меня даже я удивился, когда начал в соцсетях видеть человека, с которым я вырос, это мой очень близкий друг, а у вас он стал даже политиком, вот, вот Ярослав Гришин его зовут, и вот, например, мы вместе выросли, понимаете, например, вот он, слава богу, со своей учительницей я уже встретился, понимаете, то есть как бы у меня нет возможности, к сожалению, видеть даже на некоторых своих родственников только потому, что я 2,5 дня здесь. Ну, це нічого, ви розумієте, да? Я думаю, що у них, принаймні, є багато приводів тобою пишатися. Ти співав гімн ВВС Ізраїлю. Як так сталося і чи служив ти сам в силах ізраїльських? Да, я служив в льотних військах, служив, ну, знаєте, в кожних військах мають в Ізраїлі свої ансамблі музикальні, які розвлекають іноді навіть на передових наших солдат. Что у меня как раз и было несколько раз, ну, вот прям, когда, знаете, вокруг стреляют, а я вот там пою. С одной стороны, это, конечно, такой адреналин, с другой стороны, поймите, в Израиле все военно обязаны, девушки тоже. Поэтому служить для страны, тем более я, например, большой патриот своей страны, я очень люблю Израиль. И у нас честь служить в армии. Очень многие, кто не служит, после этого имеют какие-то даже проблемы. Знаете, там, например, вот работать не могут в каких-то официальных заведениях. То есть есть какой-то даже, ну, социальный аспект в обществе, ну, если да, служил, это, не как служил. Бы на это не очень хорошо смотрят, потому что ты должен, как, так как ты живешь в Израиле, должен отдать что-то своей стране. А термин службы сколько тривает? Он же довше, здається, ніж у нас, 3 года я служил. Рока. Да, я служил 3 года. И в конце даже удостоился чести записать вот, ну, это, знаете, как бы песня, которую знают все в летных войсках и, в принципе, в Израиле. Так как там поменялись слова, эта песня до меня уже там существовала лет 30, поменялись слова песни, потому что курс летчика из 2 лет перерос в 3 года, да? И вот поэтому как бы поменялись слова песни, и вот меня удостоили чести записать эту песню, которая до сегодняшнего дня, я думаю, еще лет 20 она будет точно звучать. Вот. Но это, представляете, вот для меня, для выходца, как бы, я, в принципе, это не родился в Израиле, и слава богу, конечно, вот, наверное, мой музыкальный слух меня выручил. Мой иврит, он такой же, как и мой, русский язык. Я разговариваю на 2 языках одинаково. И как раз, например, даже теле имею, как ведущего. То есть телеведущего имею даже как бы за собой уже некоторые вещи именно на русском и на иврите. А не было ли... Так, я хочу тебе привітати. Пропрошу, нещодавно була Ханука. Да, спасибо. Ханука, хочу тебе привітати. І, до речі, після нашої наступної рубрики, я сподіваюся, наш гість Владя розкаже про те, як можна сконтактувати із саунд-продюсером Мадонни і співпрацювати з ним абсолютно на рівних. Так, мы уже, в принципе, учитывая, что только 2 дня Влади будет в Запорожье, уже договорились о будущей встрече. Надеюсь, что ты будешь вспоминать о своем городе и часто появляться здесь. И, возможно, с концертами. Скажи, планируешь ли ты какое-то отдельное сольное выступление в городе Запорожье? Вы знаете, оно почти уже состоялось. Вот. Но, к сожалению, буквально в последний момент не срослось, как говорится. Вот. Я надеюсь на то, что в следующий мой приезд я обязательно выступлю. Меня пригласил раввин города, чтобы я выступил в синагоге. Я надеюсь, что получится.
Вообще хочу сказать, вы знаете, где-то даже для себя, может, для своих амбиций, или просто вот всех собрать, мне очень хочется выступить в Запорожье, потому что, вот, например, сейчас я приехал в рамках Дней культуры Израиля в Украине, Министерство культуры Украины пригласило меня, как бы, и... Будет как будто отдельное мероприятие, я так понимаю, в Киеве? Уже нет, уже было, у нас был Киев, у нас был Умань и Одесса. Представляете, я стоял на сценах легендарных, так, например, в Киеве это был оперный театр, национальный, там в Одессе это был оперный театр. То есть это сцена, которую я когда был ребенком, понимаете, для меня это была мечта там оказаться. И могу вам сказать, что, например, в Киеве даже, ну, во-первых, мне очень было приятно, когда министр культуры Украины встал и аплодировал мне стоя. Это было безумно приятно. И даже предложил мне вернуться на Украину. И петь здесь, ну, как вернуться, как говорится, как артист. Как артист, то есть быть украинским артистом, да, а не израильским. Да, да. Ну, я думаю, тебе взагалі не один привід собою пишатися і бути переконаним у тому, що мрії збуваються. Ми теж поза кадрами перед попередньою рубрикою говорили про те, що тобі вдалося попрацювати і сам продюсером Мадонни. Розкажи про це. Ну, во-первых, хочу сказать о том, что он израильтянин. Это очень-очень популярный диджей, который делает свою музыку. Знаете, ну, он популярный не только в Израиле, а в принципе во всем мире, именно вот в направлении New York House. Он работал с легендарным Питером Рауфером. Это тоже такой вот был, как бы, ну, такой человек, который, в принципе, где-то придумал это направление. И сегодня, например, вот он как бы в частности работает не только с Мадонной, да, как бы он работал там с Аретой Франклин, например. Да? Аретой Франклин, например, да, он даже сделал официальный ремикс на Майкла Джексона, уже когда, после того, как Майкл ушел из жизни, но тем не менее. И получилось так, что с ним работают некоторые мои знакомые, которые каким-то образом как-то получилось так, дали ему мой вокал, да? На определенный, я перепел одну, я контртенор. Хотя пою поп-музыку, и перепил кое-что, и, знаете, как-то к нему это пришло, и он сам позвонил, сказал, давай, я хочу с тобой сделать этот трек. И в общении оказался вполне доступным, нормальным, без каких-то звездных, ну, не знаю, как-то. Ну, вы знаете, заморочек. В Израиле как бы я сам человек публичный, поэтому, ну, публичные люди, наверное, как-то вот между собой общаются, даже никогда не будучи незнакомыми, как-то так привет, ну, вот так как-то разговаривают, потому что, ну... это было все очень легко. Он не простой человек, я могу сказать, как бы, да, потому что все-таки за ним, как говорится, ну и имя в любом случае, такие мэтрские сотрудники. Да, он не простой человек, но тем не менее со мной очень легко было ему общаться, и мне тоже с ним. А так как вокал уже был готов, то есть он просто его взял и, как говорится, сделал всю обработку музыкальную. Например, вот песня «Living for Love» сегодня, Мадонны, да, она звучит как бы то в его интерпретации, да, на все, вот она выступала на всех мировых сейчас премиях с этой интерпретацией песни. И могу вам сказать, что, конечно, когда для меня это была мечта, потому что я вырос на его музыке, ну, как бы я очень люблю, в общем, электронную музыку, и в частности New York House. И, конечно, когда он алло, привет, это Офер, я как бы вау. Ну, да ладно, просто нет слов. Ну, так получилось. Я, конечно, горжусь этим. Это, конечно, вошло в мое резюме как одна из таких вот, ну, одно из важных событий в моей карьерной жизни. Вот. Ну, опять же, я надеюсь, что еще будут какие, может быть, с ним работы и треки. Но благодаря этому уже, как бы, появилось предложение от Universal Германии, чтобы там тоже посотрудничать, работать. Да, я уже не знаю, кто там будет, но там, знаете, работает самый лучший саунд-продюсер. Значит, твои друзья и близкие, я думаю, могут бачити тебе и в кино. Хотя тут в Запоріжжі бачить тебе рідко, а от кінематограф допомагає. В каком фильме ты снимался? Что это за история? Ну, во-первых, в этом фильме сбылась моя мечта. Я два раза пытался представлять Израиль на Евровидении и был вторым. Вот. И как бы поэтому у меня всегда мечта была такая, поехать на Евровидение. И в этом фильме я его выиграл. Вот. Ну, так вот. Да. И поэтому, как бы, то есть где-то моя мечта уже сбылась. Что это за фильм, как он называется? Зараз это все так... в гугле начнут шукати. Фильм называется, я не знаю, как называется интерпретация на русском языке, по-моему, «Кексы». Вышел этот фильм 2 года назад. Вот. И там играют, ну, самые популярные артисты. Причем там собрали просто всех самых популярных актеров, которые есть в Израиле. Вот. И как бы большая честь для меня была вообще находиться в этом, как говорится, в этой компании таких популярных в Израиле. Обязательно ждем от тебя ссылку на этот фильм. Поделимся ссылкой в нашей страничке ВК и познакомим наших телезрителей. У меня вообще Facebook, в принципе, работает, поэтому заходите. Там вся информация про меня есть, и про фильмы, и про все.
давайте дружити з Владі Блайбергом на Фейсбук, в усіх соціальних мережах. Було приємно дуже з тобою познайомитися. Мені теж, спасибо. І сподіваюся, як власне всі твої друзі та знайомі, що в Запоріжжі ми будемо бачити тебе частіше. Наша програма продовжується, і нам залишається лише дізнатися гороскоп та подивитися рекламну паузу. Будемо поступово прощатися, хоча маємо ще кілька сюрпризів для всіх наших глядачів.